Жажда скорости. В Бобруйске нетрезвый водитель пытался сбежать от сотрудников ГАИ. В отношении нарушителя составлено 3 административных протокола, в том числе за неповиновение. Что грозит лихачу? Беспокойная неделя. В Бобруйске районе произошло 4 пожара. Пострадавших, к счастью, нет. Кто виноват и что делать? Непогода нынче в моде или зима среди весны? Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными и осторожными. Беларусь накрыл циклон. За сутки выпала месячная норма осадков. Как не попасть в снежную ловушку? Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Огромное количество ДТП, бесконечные заторы и сбои в расписании транспорта. В Беларусь вернулась зима. Работы прибавилось как коммунальщикам, так и ГАИ, скорой и МЧС. Синоптики обнадеживают. Неблагоприятные погодные условия сохранятся недолго. Со следующей недели весна вступит в свои права. А пока картина выглядит так. Поваленные деревья, оборванные линии электропередачи, аварии и заносы на дорогах. Сотрудники ГАИ ведут круглосуточный контроль за состоянием проезжей части. Экипажи ДПС ориентированы на оказание помощи. Согласно правилам, менять резину с зимней на летнюю можно уже с 1 марта. Однако инспекторы рекомендуют не спешить. В непогоду во время гололедицы нужно снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие. Если вы уже ездите на летней резине, то мы рекомендуем отказаться от поездок на дальнее расстояние. Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными и осторожными. Need for Speed. В Бобруйске нетрезвый водитель устроил гонку преследований. Ночь с пятницы на субботу 23-летний местный житель проигнорировал сигнал сотрудников ГАИ об остановке и прибавил скорость. Погоня длилась недолго. Когда Audi нарушителя попала в тупик, молодой человек бросил свое авто и пустился на утек. Однако вскоре был задержан. В отношении нарушителя составлено 3 административных протокола, в том числе за неповиновение. Кроме того, медицинское освидетельствование показало 1,99 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Теперь ему придется заплатить штраф 200 базовых величин, и также он будет лишен водительского удостоверения на 5 лет. В Могилевской области только за прошедшие выходные выявлено больше 1000 нарушений ПДД. Задержано 13 пьяных водителей и 37 бесправников. 139 пешеходов привлечено к административной ответственности. Из них 31 человек находился в нетрезвом состоянии. МВД предупреждает. По поручению главы ведомства теперь пьяных водителей и бесправников будут наказывать по максимуму. За управление в нетрезвом виде грозит штраф до 200 базовых с лишением прав на 5 лет. Повторное нарушение равно уголовная ответственность с конфискацией транспорта. В отношении бесправников также предусмотрена уголовная статья с максимальным наказанием в виде ограничения свободы до 2 лет. За невыполнение требования сотрудника ГАИ об остановке транспортного средства будут применяться самые строгие меры пресечения и наказания. А в отношении нарушителей, оказавших неповиновение законному требованию сотрудника ГАИ, будет применяться административный арест или общественная работа, либо штрафные санкции в размере до 100 базовых величин. Любители проехать на красный заплатят штраф. ГАИ Бобруйска привлекла нарушителей к ответственности. На видео отличились водители УАЗа, Volkswagen, Polo и маршрутки, которые проигнорировали требования сигналов светофоров и проехали на запрещающий сигнал. Все привлечены к ответственности и заплатят штраф. Огненным марафоном на прошлой неделе в Бобруйске районе произошло 4 пожара. 3 возгорания случились в пятницу. В пятиэтажке по 50 лет в ЛКСМ вспыхнула квартира. Дым заметили прохожие и вызвали спасателей. Но хозяева справились сами. Обошлось без жертв. Пострадали лишь оконная рама и потолок на кухне. В 9:30 вечера огонь охватил нежилой дом в деревне Барак. Была угроза распространения на соседние постройки. На помощь прибыли сотрудники МЧС. Спасатели приложили все усилия для ликвидации пожара одноэтажного деревянного дома. В результате пожара уничтожена кровля и повреждено перекрытие. Пострадавших, к счастью, нет. Над причиной пожара работают специалисты. Еще один нежилой дом загорелся в деревне Лейчицы около 10 вечера. Тревогу забили местные жители.
Сотрудники МЧС оперативно справились со стихией. В результате полностью уничтожена крыша. Причина выясняется. А уже в субботу в Михалево-1 начала пылать баня. Обошлось без жертв, пострадала лишь стена. Виной всему беспечность хозяев. Они установили печь с нарушением правил пожарной безопасности. Когда отдых в радость у белорусских школьников – самый разгар весенних каникул. Для сотрудников МВД это горячая пора. Все силы брошены на то, чтобы эти дни получились у детей полезными, а самое главное – безопасными. По всей стране проходит комплекс профилактических мер. Особое внимание несовершеннолетним, с которыми проводится индивидуальная работа, а также тех, кто находится в социально опасном положении. Их вовлекут в организационные формы досуга – спортивные, культурные, правовые, интерактивные мероприятия. В поле зрения и обеспечения правопорядка в торговых центрах, а также в общественных местах, популярных у юных граждан. К родителям хотел бы напомнить, оставаясь без присмотра взрослых, значительное время ребенок рискует получить травму от воздействия внешних причин, быть вовлеченным в противоправную деятельность. Напомните детям о правилах безопасного катания на велосипедах и самокатах, в целом поведение на дороге и вблизи нее, около объектов железнодорожного транспорта, водоемов, а также цифровой гигиены в интернете. Это была «Сирена», но больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и соцсетях. Я Кристина Риенс. Увидимся через неделю. We'll be right back.